спасибо. Себе до Петрозаводска еще не доехал. Петрозаводске, наверное, ленточку возьму.
Петрозаводске, наверное. Автомобили смотрю. Поменяю карту памяти.
еще раз обращаю внимание на состояние дороги, дорожного полотна, покрытия, обочина, разметка. Это для тех, кто постоянно ворчит, что дорог в России нет. Вот эта трасса Кола. Каналов нет, правда, но дальше они есть. А то трындят, дороги все разбиты, никто не спорит. Много дорог, которые нужно строить, ремонтировать. Разумеется, но говорю, дороги в России с этого 90-го вот такого. Качество. А то найдут где-нибудь технический объезд, в грязь залезут, машину грязью измазюкают. Вот какие дороги. Много, много дорог еще нужно сделать в России. Но так, чтобы поливать грязью, да еще сравнивать начинают. Странами. Разговор веду только о федеральных и региональных административных дорогах, а не о козьих тропках или лесных тропинках.
может здесь излучать. Временами работает радар-детектор. Может, камеры стоят, может, пугалки. Поставить настройку город, тогда отсекутся. Лодки, катера везут, возвращаются из отпуска. Осмотр колес. Проверим масло. Поменяю карту памяти. Может, заварю кофе. Потрясающее, потрясающее место Карелии. Самые восторженные отзывы. Thank you.
болезни, может быть, корень упирается во что-то другое, может быть, в скалы. Озеро с левой стороны красивое, не успею заснять. За деревьями оно прячется с левой стороны, не успел фотографию сделать. Было окно такое небольшое между деревьями. Свято-озеро. Мурманск 968 километров. Так, проверю резину. Поменяю карту. Вот такие намерения. Поменять резину и карту. Проверить резину, поменять карту и проверить масло в двигателе.